Всем привет! Продолжаем знакомиться с описаниями работ художников по книге «Великие музеи мира». Сандро Боттичелли «Поклонение Богоматери спящему младенцу». Около 1490 года. Холст, темпера, золото 122 на 80. Сандро Боттичелли – флорентийский живописец, автор одних из самых известных произведений эпохи раннего Возрождения, таких как «Весна», «Рождение Венеры», «Мадонна Магнификат». Все находятся в галерее Уффици во Флоренции. Хорошее место. И других жемчужин мирового изобразительного искусства. Полотно «Поклонение Богоматери спящему младенцу» относится к позднему периоду творчества художника, является довольно редким иконографическим типом поклонения младенцу, где Христос представлен спящим. Это можно истолковать как намек на предстоящую ему смерть на кресте. Мадонна с сыном изображены на фоне розовых кустов, которые являются символом Девы Марии, так как в псалмах ее часто уподобляют этому цветку. В правом нижнем углу можно заметить кустик земляники. Нежные белые лепестки его цветов символизируют невинность Богоматери, трилистники и триединство Бога, а красные ягоды – кровь Спасителя, пролитую за людей. В нижнем левом углу Боттичелли изобразил голубые цветы – символ незабвенной памяти. Ну, вот такое описание в книге «Великие музеи мира» к работе Сандро Боттичелли «Поклонение Богоматери спящему младенцу» я нашел. Вот, пока-пока, до свидания, всего хорошего.